зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда шириной 3, длиной 6 метров на бетонном основании. Вот на таком будут форточные блоки, стеновые форточки и система подвязки. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы построили, закрепили к основанию, закрепили отлив по низу. Начали обшивать стены. С одной стороны почти готово, другая наполовину. Сейчас заканчиваем стены. Будем крыть крышу. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х6. Идем смотреть. Цельная дверь с одного торца. Форточка торцевая с другой стороны. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40х40. Покраска полимерным порошком способом. Цвет шоколад. Помимо двери и торцевой форточки у нас есть два форточных блока на ручном управлении и 4 стеновые фрамуги на газлифтах. То есть супер проветривание у теплицы. Также имеется система подвязки. 4 нитки, по 2 на каждую сторону, но она не как подвязка, а на ней просто будет лежать укровный материал ранней весной, когда ночами прохладно. То есть будет как бы парничок в теплице делаться, чтобы сохранить растения. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Толщина полика 4 мм. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.